В Десногорске прошел концерт самодеятельных коллективов «День народной песни». Выступали ансамбли «Сударушка», «Ивушка», «Десногорочка плюс», «Русская песня» из Рославля, а также коллектив из Сорокоренья. Репертуар был очень широким, от старинных русских народных песен до современных хитов. Было ветрено и холодно, но это не помешало людям с удовольствием слушать песни. Художественно-самодеятельные коллективы всегда желанные гости на городских мероприятиях. Их цель – радовать людей своим творчеством и жизненным оптимизмом, а также напомнить слушателям о русской культуре. На народ посмотрите, поддерживают или не поддерживают. Все на лицах вон ликуют. Так что все так, как надо. Русская песня, она всегда поднимала народ. Такие мероприятия нужны, потому что только через русскую песню мы можем узнать и познакомиться с традициями русской культуры. Кто-то сказал, что культура, красота спасет мир. Так что обязательно в этом надо участвовать. Артисты не чувствовали холода и усталости и выступали с полной отдачей. Поблагодарить артистов вышла на сцену председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Головачева.